возможность для... Ну, потом уже... Ох, как Дмитриевич аккуратно. И передачу отдал. Грином сыграл. В три маленьких предпочитает Пирасович. Грин и забрал подбор. Хорошая передача, Дмитриевич. Но это не трёха, это дальний. Дмитриевич. Нет смены. Рейнольдс в своей позиции. Вот теперь он попробует обыграть Дублевича. И хорошо очень. Рвет дистанцию. Он, да, самый результативный. Но ведь и у Хантера 10 очков. Играть во второй четверти. Дмитриевич. Бако помогает. Сразу подряд не получилось забить трех. Дмитриевич. В угол. Грин. Он отсюда промазал. А во второй. Не могу определить. Вроде Бако руки поднял. Хорошая контра. Так, Хантер против Дмитриевича. И не поменялся Карасев. Норман отдал настолько неудобную передачу, что получилось. Жбанов устал и отдыхает на скамейке. Я не знаю, но он забил. Атака Фрезера и Дмитриевич. Но Рейнольдс коснулся мяча, он хотел его спасти. И отбросил опять Фрезеру. Вот он потерял равновесие, Рейнольдс был вынужден расстаться с мячом. Дмитриевич. 84-84, 2:20 играть. Хорошо. По времени получается.